Итак, друзья, как вы знаете, на следующей неделе презентация Apple. И что стало известно? Ну, во-первых, значит, iPhone 12 нам не покажут. Зато покажут iPad Air 4 с новым процессором, iPad 8 и другие устройства. Будет, значит, Apple Watch SE и так далее. Соответственно, как я уже сказал, iPhone 12 не будет, и полноразмерных беспроводных наушников AirPods Studio тоже не будет. А вот то, что будет, iPod, Air 4, iPod 8 и умные часы Apple Watch Series 6 и Watch SE. Значит, ну, что касается, допустим, iPod Air 4, получит экран диагональю 10 дюймов и 5 вариантов цвета корпуса: золотистый, серебристый, серый, зеленый, синий. В базовой версии 64 гигабайта памяти, друзья, и 64 гигабайта памяти не так уж и много, но цена от $600. Конфигурация модели процессора A14, технология Touch ID, фонические громкоговорители, поддержка стилуса Apple Pencil и клавиатура Magic Keyboard. Значит, ну, Apple Pencil очень классная вещь, очень многие, значит, художники заявляют, что, значит, пользуются iPad'ом Air и последними версиями, которые поддерживают Apple Pencil, то, что это достойная замена графических планшетов. iPad 8-го поколения, экран диагональю 10,2 дюйма и процессор A12 будет представлен. Ну и, наконец-то, Apple Watch Series 6, процессор будет S6, вариант Apple A13, пульсометр и альтиметр. Экран Always On Display, улучшенная производительность, более интересный дизайн, новый цвет и новые материалы ремешков, поддержка быстрой зарядки, но автономность средняя. Ну и представит Apple Watch SE. Значит, процессор S5, есть альтиметр, ну и другое. Вот. Ну вот, собственно, друзья, и все. Вот такие вот новости. Ну, ждали мы iPhone 12, пока интересно. Ладно, всем уже интересно, друзья. Ну, какой выйдет этот iPhone? Никогда его не покупал, в общем-то, пока еще не собираюсь покупать, но интересно, что там будет, как он будет выглядеть, мне тоже. Друзья, ссылка на статью будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.